Всем привет, садоводы и огородники! Сегодня 1 мая, праздник труда. Мир, труд, май. Для меня самое важное в жизни – это семья и труд. Я счастлива, когда могу трудиться. Труд, если он нравится, он приносит огромное удовольствие. Созидание, наслаждение. Конечно, не очень тяжелый труд, не такой, как камни ворочать. А вот такой труд, например, как на огороде, приносит истинное счастье и наслаждение. Сегодня дачный влог. Вот сейчас я буду готовить к посадке мамбрецию. Она уже, в общем-то, приготовлена. Осталось вот выдержать ее в марганцовке часика полтора-два. И будем ее высаживать. Сейчас я буду делать растворчик. Несколько гранул марганцовки. Я сделала вот такой слабый растворчик. Марганцовка – это не только обеззараживание. Это еще и питание, и толчок к росту. В общем, сейчас постоит полтора часика и будем высаживать. Посадочный материал гладиолусов и мамбреции. Обработан марганцовкой, все готово к посадке. Сейчас я буду показывать, как я это делаю. Сажать я буду в две широкие борозды. И этой же землей с краев будем засыпать. До 5 сантиметров и мелкие. Гладиолусы и мамбреции очень любят песок. Это просто важно и необходимо, потому что не будет с песочком застоя воды. Грядка высокая. И еще песочек. Вот так. Свои бороздки. Песочку мы просыпали, затем я вношу залу. Сначала я буду сажать гладиолусы, у меня их 9 штук. Сажать я их буду букетным способом. И с другой стороны. Вот эта луковичка у меня была не очень хорошая, но будет она на контроле. Гладиолусы садили. И теперь вот так я это делаю. Сейчас все покажу. Thank you.
Турция любит солнечные места, без застоя, воды. Луковицы я сажаю немножко на бочок. Это дает образование деток. Больше нарастает луковицы. Вот как-то так. Мы сейчас посадим всю луковицу. Мамбрейция крокосния у нас посажена. Мы ее проливаем, потому что дождичков у нас нет, неизвестно когда будут. Вот так. Все сделано с любовью. И теперь это все я буду засыпать легким плодородным компостом. Небольшим слоем. Это будет мульча, питание, и будет влага испаряться меньше. Делаю я вот так. Это вот так, своим волшебным ящиком. Палок, комьев там не будет. И поливать после этого я уже не буду. Вот такая красивая грядочка с мамбрейцией. И с гладиолусами у нас получилось.